Всем привет! Привет! С вами Флешка, и это Женские игры, и мы продолжаем развлекаться на карте Гиповолемия. Очень жаль, что слаймы меня разочаровали так, но ничего страшного. У меня, кстати, закончились саплинги наконец-то, но то количество саплингов, которое у меня было, смотрите, сколько листвы оно произвело, и этого хватит на очень долгое время производить манну. Серьезно, на очень долгое время. Кстати, я отсюда, наверное, вот эту спарку уберу. Я могу сбить манапу, и спарка сама выпадет. Вот так вот. И поставим сюда просто спарку. Потому что мне здесь не нужна рецессивная. И я вам хочу последнюю... В ботании дофигища плюшек, поэтому нельзя сказать, что это последняя плюшка. Я просто думаю, что это будет мне полезно прямо сейчас. Я, кстати, доделала один MB-драйвер буквально только что. Потому что эта нехватка места меня уже начала раздражать. И что я хочу сделать в последней из ботаний, это вот такие вот, как они это называются, Cocoon of Caprice. Cocoon of Caprice делается, прям сама выложу, чтобы уже не shift кликать. Это у нас нитки, снизу мана сталь, нам нужны еще пампкины. У меня нету пампкинов? Вы серьезно? Вот пампкин. Один. О, один я не хочу, один я хочу больше. Итак, мана-стил, тыковка. Иди в систему. И ниточки. А чего ты не крафтишься? Что-то перепутала? Нет, я ничего не перепутала. А, fell pumpkin. Ну вот, готовые коконы. И, наверное, я еще эмеральдиков возьму. Потому что... Что делают эти коконы? В принципе, если его вот скрафтить и поставить, то через некоторое время из него вылупится какое-то мирное существо. Будь то свинка, коровка, курочка, котик, собачка, лошадка. Но если его накормить эмеральдами, я правда не знаю, сколько его надо кормить эмеральдами. Вот смотрите, у нас 20 штучек. 20 штучек эмеральдов мы туда впихнули. Отлично. Теперь надо не забыть, кого покормили уже. Потом через некоторое время к ним вернемся и посмотрим, что же у нас получилось. Это, кстати, еще один способ. Вот помните, как я переживала, как же мне добыть этого кота я хотела, да? Кошечку. Вот, это еще один способ добыть кошечку или собачку, волчонка, вот что хотите. Итак, что у нас с заданиями? Что у нас с заданиями? Я хочу сегодня в техномансе ворваться, да врываться, так сказать. Мы с вами тогда закончили на лампе, которая упорядочивает, в общем, нестабильность снимает. И заткнулась я на именно эмбере, так как мы уже сделали цветочек орхид из ботании, я уже нафармила себе немножечко эмбера. Техномансии. Вот так вот лучше. И, собственно, для этого нам понадобится Arcan Lamp. Arcan Lamp это у нас Daylight Sensor. Я, кажется, его уже делала. И, собственно, последнее, что там надо было, это блок эмбера. Также мне понадобится нитер. Смотрите, какая у меня здесь милая компания. О-о-о. С ними еще торговать нельзя, они как бы детеныши, но подождем, пока вырастут. Я даже не знаю, сколько растут вот эти существа. Итак, я сделала Daylight Sensor, если кому-то интересно. Вот так вот, из кварца, стекла и деревях. Также сейчас сделаем блок вот этого счастья. Хорошо, не так, вот так вот. И все. И железо нам еще понадобится. Хорошо. Железо так железо. Есть такая буква.
И теперь просто shift кликнем, и у нас даже палочки хватает. Хорошо, с аркан лампой мы разобрались. Теперь что нам понадобится на ордере ламп? Это 2 эмеральда, дальше 2 ведра и 2 шарда порядка. Одно ведро у меня есть, а второе сейчас скрафчу, потому что я, видимо, его где-то уже профукала. Тук-тук-тук. Ей. Это все, что надо, да? А, да. 2 ведра, 2 шарда и, собственно, лампа. Лампа. 2 эмеральда. 2 шарда. И 2 ведра. Теперь надо проверить, хватает ли мне аспектов для этой манипуляции. Мне надо 45 машинимы, 45 витиума, 45 орда и 45 лакса. Значит, с витиума у меня все хорошо, с машинимом тоже, с орда достаточно хорошо, у меня только нету лакса, а для лакса нам нужны факела. Сейчас сделаем факелов. Ну все, количество лакса стремительно растет, инфузию, в принципе, можно уже запускать. Где моя железная палочка? Традиционная железная палочка для запуска инфузии. И магия. Это прекрасно. Заметьте, нестабильность инфузии опасная, высокая. Вот. А насколько гладко и просто все проходит. А, я показывала? Нет? Нет, свечи я вам показывала. И я не стала снизу факела тыкать. Можно натыкать еще снизу факелов. Не факелов, а вот этих голов. Это совершенно не повредит. Просто мне не хотелось. Я посчитала, что этого достаточно. Очень понравились. Мне очень нравится, как с воздуха на карте оно выглядит. Такая милота. Мне очень нравится. Вот как алтарь нравится, так и вот эта милота нравится. А это на Applied Energistic похоже, правда? На смарт-кабеля. Ну что, ты уже с аспектами закончила. Ты втягиваешь кусочки, да? И та-дам! Ей, готова наша лампочка. Лампочка будет убирать нестабильность, кушая при этом орда. Вот такая она симпатичненькая, ну как и все лампы из Таумкрафта, они достаточно симпатичные. Так, что еще нам тут предлагают сделать? Нам, кстати, предлагают сделать Energized Wand Core. В чем его прикол? Это в том, что он заряжается от РФ, а так как у меня всегда батарейка с собой, то вот такая вот штуковина прикольная. Для этого нам понадобится Silverwood Rod. О, господи. Silverwood Rod, 2 Energized Coil и вот это жира. У меня, кстати, есть один Energized Coil. Для второго, кажется, просто Redstone надо. Точно надо Redstone. Ну что ж, значит, нам понадобится еще одна вот эта штучка. Еще одна... Как это? Катушка. Вот. Правильное слово пришло в голову. И Lithium Dust. Lithium Dust — это у нас осмиум и лид. Причем и то в пыльках. А еще какие-то варианты есть у нас? Нет, только так. И только в пыльках. Ха. Осмиум и лид. Хорошо. Крашер я там еще не снесла. Значит, осмиум... Есть и лид. О, а у меня тебя не так уж и много. Давайте мы его прогоним через все системы. Через... А, тебя нельзя удвоить? Тебя только через Enrichment Chamber. А вот же ж... Вот же ж засада. Enrichment Chamber, так Enrichment Chamber, деваться некуда. И мы получаем таки пыльку. Сейчас посмотрим. Да, получаем пыльку. Ну, теперь попробуем с помощью кровавой магии это все счастье соединить. Да, так и работает.
И нам всего лишь 3 такие пыльки надо. Хорошо, 3 так 3. Но это еще полбеды. Это второй этап. Нам еще надо сделать Silverwood, саму эту штучку. Хорошо, остаточки пускай здесь будут. Итак, что нам надо на Silverwood штучку? Нам надо всех шардов, прям всех-всех-всех. И деревяшку. Деревяшку сильвервудовскую, самую обычную, есть, и всех шардов. Хорошо, с шардами понятно. У нас 7 шардов, и их всех надо расставить по полочкам. По полочкам было бы проще, если бы их было 8, но, к сожалению. И также надо бы проверить аспекты, количество аспектов. Там, кажется, всех аспектов базовых надо по скольку? По 9. Значит, смотрим. Огонь есть, вода есть, терра есть, эйр есть, орда есть, пердицию есть, и также прикантацию есть. Кажется, все есть, что нам надо. Я надеюсь, что никаких загвоздочек не будет. А теперь инфузия. Готова. Палочка сама готова. Теперь ее следующий этап. Это 3 пыльки. 1, 2, 3. 2 шестерни. Точнее, 2 катушки и 1 шестерня. А какой у нас уровень нестабильности? Это очень высокий, так что я вот эту штучку переставлю вот сюда, чтобы было немножечко симметричнее. Что у нас по аспектам? По аспектам у нас 50 единиц потенции. А, есть много, хорошо. Дальше, инструментум. 64 есть, хорошо. Дальше, магия есть, машинима есть. Пермутацию, если у меня 50, есть. Отлично. Машинима, прикантацию, все есть. То есть, в принципе, мы можем запустить. Уровень нестабильности у нас очень высокий, написано very high. Так что, если будут какие-то приколы, я вам их покажу. Аспекты влетели без сучка, без задоринки. Сейчас влетают наши вот эти штуковины, ингредиенты для чудо-палочки. Написано, что эта палочка содержит в себе меньше виса, но зато он восстанавливается за счет энергии. Ну давай. Та-дам! Та-дам! Почему нет победного звука? Хорошо, и награду мы спокойненько можем забрать. А теперь знаете что? Хорошо было бы сделать набалдажники для этой штуковины, и мне понадобится еще 5 Салис Мунтуса. Сейчас его обжарю и заинфужу. У меня точно нету активированных, да? Ах, было бы прикольно, если бы можно было снять с чего-то набалдажники. Сейчас сделаю крутые набалдажники. О, я немножечко разочарована. Смотрите, у него capacity всего лишь 25. Нет, ну я понимаю, что он практически мгновенно заряжается, но походу он полезный только для каких-то очень-очень мелких крафтов. Ну хорошо, не будем о грустном, посмотрим, что еще мы можем сделать. Мы еще можем сделать... мы же делали Botania Purifier. Не, ну серьезно, мы его делали. Ну вот, точно делали. Почему нам его не засчитало? И сейчас не засчитывает. Давайте книжечкой засчитаем. Потому что я его делала, когда вам показывала, как сделать руду прям вообще высокого уровня. Итак, вот так вот. И книжечка на место. И забираем нашу награду за это задание. И нам сафари дают какой-то очень странный. И здесь странное задание. Нас просят сделать бедрокиум. Собственно, само задание гласит, чтобы получить максимум из руд, вам надо проработать их в каждом
очистителя по два раза. Мы это делали с вами в прошлой серии. В принципе, можно еще какую-то руду прям взять и запустить. Например, сильвер. Сильвер начну я с... Потому что, смотрите, сам бедрок на этой сборке никак не сделать. А, есть какой-то бедрок из Сангвименси. Но задание это в Техномансе. Не понимаю. Хорошо, давайте пропустим сильвер дважды через все вот эти... Через все вот эти очистители. Игниса у меня достаточно, так что давай работай. И посмотрим. Ну, оно точно не засчитает, потому что эту процедуру я уже точно делала. А вы мне напишите, если вы проходили эту сборку, можно ли выполнить это задание? Можно ли здесь создать бедрок? Только если вы точно делали. Не предполагаете, а точно делали. Потому что предполагать на кастомных сборках это очень сложно. Авторы очень часто меняют, перерабатывают и всякое такое. И все, у нас кусочек шестого уровня очистки. Это значит, что в результате мы получим с вами 7 слитков. Это достаточно много. Это достаточно много, пускай себе лежит. Ты тоже здесь лежи. Что еще нам предлагают сделать? Нам предлагают сделать маноэкстрактор. Штуковина, которая будет делать нам ману из конденснутой маны. Как-то так. И нам надо вернуться в Техномансе и посмотреть, как эта штука делается. Маноэкстрактор. Нам понадобится... Да, в принципе, у нас все есть. Мне нужна маносталь. Дальше. Living Rock у меня там есть. А здесь у меня стекляшки есть. Смотрите, красавцы мои-то повырастали. Неписанные эмеральдики подгоняют. Сафаринеты какие-то странные. Печеньки. О, шарды. О, эмеральды на стекло меняет. В условиях этой сборки это очень-очень актуально. Закрылся мой портал, печаль-то какая. У меня где-то здесь Living Rock должно быть, потому что меня им осыпали. А также нам надо в монопул закинуть одну редстоунинку, чтобы вот сделать койл. И так. Не эта машинка, вот эта машинка мне нужен. Монопул. Здесь монопул еще по старой схеме делается. Странно, вроде бы все остальное уже по-новому делается, а монопул еще по-старому. И та-дам! Машинка готова. Забираем нашу награду. У нас что-то еще открылось. Это у нас открылся манофабрикатор. Нам его давали однажды в награду. И я возьму его, поставлю рядом с манопулом. Возьму ведро и... Эть! Черт. Какой цветок я сбила уже? А в тебя нельзя вот так вот просто? В тебя надо прям заливать? Надо, наверное, взять тенк и трубу. Давайте попробуем. Тэнк. Самый обычный, пустой. Дальше мне нужен конфигуратор, чтобы сказать тэнку, что он выливает. А также мне понадобится пайп. Пайп. Basic. И посмотрим, будет ли оно коннектиться к этому блоку. Коннектится. Значит, сверху ставим тэнк. Тэнку говорим, что ты... Отдаешь. И в тэнк наливаем ведерочко этой штуки. А, тебе еще РФ надо? У меня должна быть батарейка. Как эти батарейки называются? А, я забыла, как батарейки называются. Это называется Cube. Energy Cube.
Cube. О, у меня их даже две. За задание дают. Я прям нарадоваться не могу. И его надо повертеть, потому что, чтобы он... Нет? Тебе не повертеть? Хорошо, я тебя поставлю так, как надо. Я тебя вот так вот поставлю. Ну, я же тебя правильно поставила. Нет, неправильно. Ой, все. Не сверху, а вот так вот. Все, ты теперь правильно работаешь? И... Да, без палочки я ничего не увижу. Возможно, но мне еще понадобится манопайп. Наверное, да. А, манопамп. Странно, странно. Вау, вау, вау. Смотрите, у него есть строчка экспортинг мана, а было импортинг мана. То есть сейчас он должен жрать вот эту штуку и выдавать ману. Но куда он ее будет выдавать? И нужна ли ему труба для этого? Вообще непонятно. Странная штуковина. И где брать эту конденснутую ману? В принципе, это может быть хранилище маны, то есть она такая конденсированная. Ну, не знаю, не знаю. Ух, у меня прям пролагало как-то не по-детски. В общем, бросаемся этих развлечений. Что у нас дальше по списку? Собственно, цветуёчки. Цветуёчки, это что у нас? Energy Condenser. Energy Condenser нас кушает энергию и, кажется, производит ордо. И ничего, кроме орда. В принципе, он был бы хорош для ордери лэмп. И все. И это достаточно такой сложный крафт. Смотрите, нам надо два таумических блока. Steel casing. Разве я тебя не крафтила? Я, кажется, его крафтила. Книжка, почему ты меня обманываешь? У меня такое ощущение, что я его крафтила. Ну хорошо, нет так нет, делаем заново. Нам понадобится два койла. Есть, койл. Дальше, два таумических блока. Это еще 6 и еще 9. Больше таум металла. А также нам понадобится steel casing. Так, здесь я сброшу все лишнее. Redstone оставим. И steel casing. Есть такая буква. Отлично. И также нам понадобится runic matrix. Делается из arcane stone бриков, ender pearls. И кушает много орда. Интересно, там различные должны быть блоки или одинаковые? А, есть вот это. И эндерперлы тоже у меня должны быть где-то. Где-то. Есть такая буква. Хорошо, с ингредиентами мы разобрались. Сейчас разберемся с аспектами. Значит, руническая матрица идет на центральный этот. Да? И дальше у нас два койла, два таумен блока и один steel casing. Очень логично, как для машины. И какие аспекты нам нужны? Нам надо 100 потенций. Серьезно? Прям вот 100. Есть, потенция у нас есть. Дальше надо машине мы 50. Есть, машина. Машина, а не машинима. Я не знаю, почему я ее машинима. Пермутацию 25 и орда 25. Пермутация есть и орда тоже есть. Так что можем спокойно запускать инфузию. Сейчас запустим и посмотрим еще какого это уровня. Это тоже высокой нестабильности инфузия. Но я надеюсь, что все пройдет так же гладко, как и с предыдущими. Пошли уже ингредиенты. Серьезно, ни одной молнии, ничегошеньки. Это настолько прекрасно, что я даже вам описать не могу. Ей! Выглядит, как и все машинки из Thermal Expansion. Смотрите. Очень-очень. Но также нету интерфейса у нее. Хорошо.
Вот сейчас ты мне не засчитаешься, потому что я тебя поставила в мир. Да идите вы в пень. Серьезно. А еще может не засчитываться, потому что я там, например, взяла машинку, и она начала заряжаться от моей батарейки. Все, она уже не засчитывается. Окей, но я же ее сделала, я же ее честно сделала. А теперь давайте еще сделаем цветочки, вот эти манофабрикаторы, которые кушают энергию и делают ману. У меня железка с собой есть. Мне понадобятся глазики. Опять собаки. Вот серьезно. Вам не надоело умирать? Мне кажется, вот эти цветы, которые отпугивают собак, точнее всех монстров, мне надо по всей базе растыкать. Значит, мне нужны мана-алмазики и мана-сталь. Две шестереночки. Раз, два. И, собственно, цветочек. Эй, вот такой вот красавчик, который должен генерить из энергии ману. Но выглядит до цветов из ботании явно не... Я опять поставила в мир, прежде чем засчитать задание. Ну, вы поняли. Я могу сделать еще один. Я могу сделать еще один и посмотреть, засчитается ли оно нормально. У меня эти манофабрикаторы где-то еще валяются, потому что их нам давали за какое-то задание. А, вот, если не ставить мир, то засчитывается. И что нам дали в награду? Нам дали Existence пилон первого тира. А я не знаю, что это за штуки. И у них как-то крафта не сильно есть. Выглядит, знаете, как какая-то башенка, как глаз Саурона. Вот сейчас начнет у вас пулять чем-то. Отлично. Немножечко пробежались по техномансии, сделали теперь вечно заряженную палочку. У них даже... Не, у них ID одинаковые, но они не стекаются почему-то. Сделали крутую палочку, которая заряжается от нашей батарейки. И это на самом деле хорошо, потому что теперь у меня не будет нужды каждый раз летать в Энд. Хотя это только для маленьких крафтов. А в следующей серии уже займемся вот этой страшной машинкой создателя нот. Вот, попробуем создать что-то прикольненькое. Наверное, до этого времени надо аспектов навываривать, потому что там ноду можно сделать такую, как хочешь, чтобы она была очень крутой. И обязательно напишите мне про это задание. То есть суть задания написана логично. Чтобы получить максимум от руды, вам нужно обработать ее дважды в каждом из пюрифайеров, вот этих очистителей. Я это сделала, но почему здесь висит какой-то бедрок, который, в принципе, типа можно через сангвиманси скрафтить, но раздел сангвиманси нам еще закрыт. Видите, сангвиманси закрыт, и также Forbidden Knowledge также закрыт. Не знаю, что для них надо сделать. Вот, и потихонечку-потихонечку мы приближаемся уже к завершению. Кстати, из Second Chance здесь разве что есть награда, а вот в этих заданиях нет наград. Вот здесь еще есть награда, но это даже смешно. Вот эти Brew of Hall of Tears можно, в принципе, наварить, но я как-то не сильно рвусь. Ну что ж, ребятки, на этом все. В следующей серии будем создавать наши ноды. Теперь у меня есть приятная компания для моих дам. Мужчины, дамы, дамы, мужчины. У нас тут будут танцы. На этом все, ребятки. С вами была Флешка, и всем пока-пока.